Всем доброе утро и отличного настроения. Сегодня готовим. Мама, привет, 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 мама. Привет, привет, привет. Короче, готовили супчик вчера с Васильичем. Он колбасная, тут колбаска, тут сало обжаренное. Это я намешал нашим кошечкам, любимым кошечкам. Сейчас мы переложим в другую чашечку. Добавил хлебушка. Сейчас пойдем. Питомцы там нас ждут уже. Кушать хотят. О, сейчас пойдем. Первое, что у нас. Первое, там самый голодный мусик. Он, как всегда, ждет жрать. Мышка на подхвате. Кошки жрать. Кошки жрать. Мусик, принимай. Мусик есть. Есть. Чё? Мышка ест. Сеточка. Что это мы делаем, Васильич? Да вот, готовим мясорубку. Как говорится, дух одна. Ломается все, не держит усилий Васильича. Тут озадачили, там, не знаю, мясо режут, говорит, ты. Это курица, да, у нас. Фарш сделать. А, будем фарш делать. Да. Сколько приспособ. Вон, все аж гнется. Как Васильич, сколько силы крутит. Берем. Вставляем. Вставляем. Дальше мы ручку фиксируем. Вот это вот, наверное, зафиксируем. Так, что же? Для усиления. Что при вращении не соскальзывало. Крепим. Теперь берем вот такой вот шнек. Так, это у нас нож. Берем такой вот импортный нож. Вставляем его внутрь. Теперь сеточку крупную. Зубчиками куда? Зубчиками. Крупную, мелкую надо. Нет. Мелкую ставь. Крупную не надо, я же тебе сказала. Крупную не надо, мелкую. Мелкую. Ну, мелкую в сеточку, вообще ее не видать. Галина Павловна будет крутить у меня. Через эту. Если в эту сеточку, тогда мы делаем все наоборот. Предупреждать надо. Тогда убираем шайбу. Шайбу. Заново фиксируем. Ну, все вредное. Так, тогда мелкую. Ножик воткнули, мелкую втыкаем, фиксируем ее, чтобы заподлицовано было у нас. Теперь наша задача закрепить сеточку. Ставим такое стопорное и закручиваем. Вот. Закрутили упор, когда кольцо взяло. То проворачиваем и смотрим ход наших ножей. Вот. Проворачиваем. Ну, вот так. Остальное убираем. Это мы будем крутить курицу, да, Василий? Да.
Это песенки поет. А что это? Это погода, значит, изменится. Это настроение у кого-то тупое. Тут лучок у нас, лук, да? Да, сейчас мы это все. Все встанет своей пора. Вот, зрители, как достается деревенская. Это как в анекдоте. Чукча к русскому попадает, кушает пельмени. Наелся. О, блюдо у тебя вроде маленькое, сытное. Расскажи, как делал-то. Ну, русский рассказывает. Берем, собираем такую вот машинку железную. Туда мясо. Рукой крутим, мясо мягкое-мягкое выходит. Вот, потом, как всегда, хозяйка, тесто, мясо. Вот, отварили, кушали вкусно-вкусно. Да ты бери по две ешь, ничего не будет. Ну ладно, русский, приезжай ко мне, я тебя своими пельмешками угощу. Угу. Уехал чукча. А мимоходом едет русский, думает, дай-ка я забегу к чукче. Хоть поздороваюсь. А в чем, а там уже. О, русский, как тебя ждали. Все чувствуешь? Пельмени готовы. Вон варятся. Сейчас будешь пробовать. Так сделала хозяйка, не так. Ну ладно, ест. Пельмешки русский. Ага, плечами пожимает. Везде наверх посмотрел. Ага, вниз. Нигде не может найти мясорубку. Ну ладно. Поел, закурил. Ага, ну и спрашивает Чукчу. Чукча, Чукча, а как ты мясо так мелко это самое крутил? У меня не попросил мясорубку. Ага. Никто у вас не пользуется железным зверем, этой мясорубкой не крутит. А как ты фарш сделал? Да, говорит. Неделю, говорит, все чукчи нашего племени мясо жували и в чашечку складывали. Вот и получился фарш без вашей железной штуки. Добрым утром, доча. С добрым бодрым утром. Пойдем кормить. Пойдем кормить мелкую. Мелкая уже ждет. Мураша! Сейчас, кстати, мы заглянем за одну погоду. Снега поднавалило. Вот это вчерашние места, короче. Мурашки тут, короче. И у той собаки. Короче, тут холодец, кусочки сала, куриные лапки. Хлеб, жишка. Мурахина там ждет нас. Он она ждет. Опять мураша ждет. Попроведаем мурашу, как говорится. Мураша! 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 Мурашка! Мурашка ждет! Мурашка ждет! Ты ждешь? Кушать ждешь? Иди ешь, давай, жишкой. Кушай. Кушай, рубай, давай. А? Че, доча? Мураша! Привет, передавай. Проснулась. Ну, вот как-то так. Но. Все, кушай давай. Посмотрим погоду. У нас, как говорится, все как обычно, все стабильно, ничего нового. Так, кто смотрит в данный момент этот видеоролик, многие пишут
Ильич, Игорь, ты когда устроишься на работу? Теперь, даже если я устроился на работу, даже где-то что-то зарабатываю, даже откуда-то идет доход, даже где-то работаю, может, удаленно, может, официально работаю. Теперь я вечно безработный. По крайней мере, для своего канала я вечно безработный, потому что это чревато, и по работе ни-ни-ни. Ни-ни-ни. Доброжелателей хватает, как говорится. Так. Ребята, у нас минус один градус. Минус один. Проверим, зайдем, как всегда, свет. Свету. Ничего тут у нас не сломалось. Так. Замок, короче. Его надо тоже менять. Подъедает, заклинивает. Так, посмотрим свету. Все нормально. Света есть за ночь. Ничего у нас не изменилось. Так. Все как-то есть. Так, следующее, что нам надо сделать, это будет замок. Он сам по себе заедает, такой замок. Я его разбирал, делал уже. Он долго дюжил. Сейчас закроем дверь. О, долго дюжил. В общем, я иду, меняю песочек к искому. О! Короче, делаем вот что. Поменял я песочек. Меняем же мелкий песочек. Сейчас мы его обветрим. Все, поменял чуть-чуть. Я котейки песочек. Бусик, вон он. Бусик! 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 Все, заносим. Представляем, да, к вашему вниманию, Мусик, битву за сырую картошку. Мусик, сырая картошка. Муся! Муся и сырая картошка. Бери с ножа, ешь. Ешь. Подожди. Муся! Сырая картошка! О, Муся! Муся все двери позаганил. Кто он там? Кто все двери позаметил, а? Кто двери позаметил? Муся. А, ешь. Ешь сырую картошку. Мусику ничего не надо, кроме сырой картошки. Все бы ел, все бы кушал, да, Мусик? Мыша еще идет. Мыша. Мыша. А, Бусик не будет. Мыша. Мыша. Мыша, ешь сырую картошку. Все, нету Буся. Ну нету. Все, мамка забрала. Все, мамка сточила. Что будет? Мусик скажет. Мусик любитель сырой картошки. А ты не ешь все равно. Вкусно? Вкусно? Кто двери позасал? А? Кто двери пообгадился, а? Кто все двери позасал? Мусик, кто все двери позасал? Знаю, это погода, а? О, ты еще просишь? Еще просишь? Ну, проси, ну. Проси, Муся. Муся, проси. Ножичком проси еще. Проси, ну. Муся, проси. Проси. Проси с ножичка. Ну, Муся. Проси с ножичка. Проси. Ну, любитель с ножичка.